Как это точно место называется? Мыс Фиолет. Это вот оно и есть, да? Это только место знает. Так бы мы хрен проехали бы мимо и никогда бы не знали. Вот оттуда, да, как бы вообще бы не знали. То есть это можно назвать, в принципе, мысом Фиолент, где вот мы стоим. Конкретно вот он, мыс Фиолент. Вот это а, вот это себя. Есть. Почему он Фиолент? Тигровый. У него, видишь, железная руда, и он как бы полосками. Сейчас я расскажу про Арес-Лепинадзу. Херсонес. У этих аборигенов племен Тавров была богиня Дева. Такая же аналогичная богиня, как у древних греков, Артемидический объект в Украине. Значит, по всей видимости, именно на этом месте находился храм богини Девы, где правила Ифигения. Почему вот Пушкин, здесь слова написаны? К чему холодные сомнения, я верю, здесь был древний храм, где крови жаждущим богам дымились жертвоприношения. Здесь находился храм, почему вот там находятся дальше локолиты, не разродившиеся вулканы, черные и так далее. И вот это все место, Пушкин, когда пришел.